Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы продолжаем цикл передач, посвященный избранным Богом, пророкам и посланникам. В прошлом выпуске мы начали рассказывать о пророке Ное и остановились на том, как начинался потоп. Жена пророка Ное заметила, что в печи забурлила вода. Это указывало на начало обещанного наказания для народа пророка Ное. Произошло это 10 числа месяца Раджаб. Из недр земли на поверхность стала выходить вода. После того, как земля выпустила из себя всю воду, с неба беспрерывными потоками хлынул дождь, подобно которому никогда раньше не было. Каждая его капля была как гора. Если бы этот дождь пошел до того, как на поверхность вышли подземные воды, эти огромные капли разрушили бы горы, а земля покрылась бы трещинами. Сильный ливень шел 40 дней, не переставая. Вода с неба соединилась с водой из-под земли. Воды было настолько много, что она покрыла всю землю. Исчезли даже самые высокие горы. И сказано, что вода поднялась на уровень 15 локтей над самой высокой горой. Воды было так много, что только Бог знает ее количество. Никогда раньше не случалось подобного бедствия. Во время всемирного потопа все живое на земле погибло, кроме людей, зверей и птиц, которых пророк Ной взял в ковчег. Ковчег пророка Ноя одиноко плавал среди волн, высоких как горы, но по воле Бога все обитатели остались целы и невредимы. Все неверующие погибли во время потопа, а все верующие были спасены. Через 40 дней непрерывного ливня Господь повелел небу остановить дождь, а земле поглотить воду. Земля впитала всю воду, ту, что вышла из-под земли, и ту, которая была спущена с небес. После этого земля стала такой, как и прежде. Удивительное плавание верующих в чудесном ковчеге пророка Ноя продолжалось 150 дней. Во время этого плавания ковчег проплыл над местностью Арафат, затем поплыл к территории Муздалифа, затем к Мина, где паломники во время хаджа бросают камни. После ковчег поплыл к Каабе, и в то время, как самое первое строение на земле, самая первая и самая почетная мечеть находилась глубоко под водой, по воле Бога ковчег с пророком Ноем и верующими сделал 7 кругов вокруг нее, а затем 7 раз плавал между холмами Софа и Маруа. То есть ковчег плавал над теми местами, где во время хаджа находятся паломники. Затем ковчег поплыл дальше и через некоторое время оказался над горой Джуди на территории современного Ирака вблизи города Масул. Есть люди, которые ошибочно полагают, что ковчег пророка Ноя остановился на горе Арарат. Ковчег пристал к горе Джуди. Однако пришлось еще ждать целый месяц, чтобы земля достаточно подсохла и можно было выйти из ковчега. Удивительно то, что пророк Ной и другие обитатели спасительного корабля не покидали его 6 месяцев. День, когда они сошли на сушу, был днем Ашура, это 10 число месяца Мухаррам. В этот день пророк Ной держал пост, выражая благодарность Богу за их чудесное спасение. После потопа на земле не осталось ни одного неверующего. Со временем ее заселили потомки сыновей пророка Ноя. Как вы помните, их звали Сам, Хам и Яфет. А у других людей, которые спаслись в ковчеге, потомства не было. От Сама пошли арабы, жители Ближнего Востока и Северной Африки, персы, жители Ирана, Афганистана и Таджикистана, и румийцы, так в исламском мире называли византийцев. От Хама пошли берберы, коренные жители Северной Африки, копты, группа египтян, живущие в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и суданцы, основное население Судана. А от Яфета пошли тюркские народы. Это группа народов, говорящих на сходных тюркских языках, славяне, а также народы Яджудж и Маджудж, их еще называют Гог и Магог, и они скрыты от людей. Даст Бог, мы расскажем о них позже. Так на земле снова стало много людей, появились разные народы. Пророк Ной прожил очень долгую жизнь, 1780 лет. Он получил откровение в возрасте 480 лет, до всемирного потопа призывал людей к исламу 950 лет, а после прожил еще 350 лет. Перед смертью пророка Ноя спросили, какой он видит свою жизнь.
Пророк Ной ответил: «Как дом с двумя дверьми. В одну вошел и в другую вышел». Есть пять пророков, которые имеют особую степень. Это пророк Мухаммед, пророк Авраам, пророк Моисей, пророк Иисус и пророк Ной, мир им. Самый почетный из них пророк Мухаммед, а пророк Ной был первым из этих пророков по времени появления. Пророк Ной очень долго и усердно призывал к вере свой народ, терпел много трудностей, ему были дарованы великие чудеса. Каждый раз, когда пророк Ной кушал, пил, одевал одежду или садился на верховое животное, он восхвалял Бога словами «Альхамдулиллах», что с арабского означает «хвала Создателю». Пророк Ной был истинно благодарным Богу. Перед смертью пророк Ной завещал своему сыну две вещи и запретил две другие. Он сказал: «Завещаю тебе твердо придерживаться слов «нет другого Создателя, кроме Бога», по-арабски «Ла иляха илляллах». И это самые лучшие слова. Если бы положили семь небес и семь земель на одну чашу весов, а слова «Ла иляха илляллах» на другую, то перевесила бы чаша со словами «Ла иляха илляллах». Далее пророк Ной продолжил: «И завещаю тебе слова «Господь чист от всех недостатков». Хвала ему». По-арабски «Субханаллахи ва бихамдих». Этими прекрасными словами все созданное восхваляет Создателя, а также эти слова могут стать причиной получения средств для существования. Затем пророк Ной сказал: «Запрещаю тебе две вещи – неверие, предание Богу соучастника, и высокомерие». Обратите внимание, предание Богу соучастника означает приписывать божественность кому-либо, кроме Бога, а божественность означает всемогущество создавать. Предание Богу соучастника – это один из видов неверия. Могила пророка Ноя, по мнению некоторых ученых, находится в местности Аль-Харам в городе Мекка. А другие ученые сказали, что он похоронен в Ливане, на территории деревни, которая сегодня называется Каркнух. Где похоронен пророк Ной, знает только Господь. Продолжение истории о пророках смотрите в нашем следующем выпуске. Берегите себя и будьте богобоязненными.